Местные жители гадают, что будет с дорогой, обсуждают различные варианты в чатах и соцсетях. Заезд только с Минки – какая прелесть. В чем проблема с Минки заехать? Быстрее даже получается. Сам живу в Одинцово-1. Выезжаю с ЖК всегда по этой дороге, а вот обратно намного быстрее через Минку. Починить и сделать одностороннюю. Я двумя руками за. Интересно, как изменится маршрут 7 и 14 от ЖК Одинцово-1? У нас планируется капитальный ремонт автомобильной дороги, которая соединяет Одинцово-1 с 8-м микрорайоном Одинцово. Ввиду того, что дорога узкая, выполнение работ затруднит по ней движение, и оно станет невозможным. Поэтому мы решили, для того, чтобы эти работы, возможность их обеспечить, сделать ее на период времени, на период капитального ремонта односторонней. Движение транспорта будет односторонним по одной полосе, пока на другой ведутся ремонтные работы. Сделают перекладку ливневых канализаций, обустроят тротуары. После завершения работ дорога снова станет двусторонней с возможностью проезда в обе стороны. Ольга Дмитриева, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцово».